В высшем колледже имени казахского батыра Тикея Карпык-Улы в Титове установлен бюст выдающегося военачальника. В этом году 355 лет со дня рождения Тикею Карпык-Улы, который отличился в боях с джунгарскими захватчиками. Высший колледж, где по 13 специальностям обучается около 400 студентов, носит имя прославленного батыра с 2017 года. В этом году перед учебным заведением установлен его бюст. Мы установили бюст нашего батыра в Великий день Улыса. О подвигах Текей Батыры написаны книгой. До сих пор проводятся исследования. Я считаю, батыра и их героические дела – это пример для молодого поколения.